нас небольшие изменения. Нам принесли лавочку. Хозяева сегодня, хозяйка приехала. И теперь можно здесь лежать. Еще нас подкармливают. Льдом. Нет, там какой-то напиток. Ну, напиток со льдом, да. Да, я лед не знаю, куда я вдену потом. Куда? Съедим мы его. Что это такое? Снег. Это снег? Да, кушай. Можно? Попробуй, попробуй. Нет. Невкусно? Невкусно? Это вкусно? Да, попей, давай попей. Попью, хорошо. Это снег. А там какое-то варенье, что ли, да? Походу, это жидкость из банки, как этот, как сгущенка. Это снег. Нет, это варенье, ну как вкусно. Это снег. Это реально варенье? Это снег. Варенье со льдом. Это снег. Обалденно. Это тут снегом. Лед, да, снежный лед. Что, выжгло, да, горло? Ага. Гортань, да, у меня такое было. Это попробуй. Поковыряйся там еще раз, покажи. Что там, желтые? Походу, лимон. Эй. Зеленая какая-то мармеладка. Черная. Коричневый, типа цукини. Прикольно, да? Всем привет! До последнего мы думали, что сегодня поедем на Чивенг смотреть жилье, потому что скоро приедет еще один человек и хочет жить именно на Чивенге, но планы немножко поменялись, и мы едем на пляж, потому что Олегу очень надо по делам, а Эрик хочет на море, прям пищит и кричит. Че ты хочешь? На море. Ну что, мы приехали на пляж. Если честно, я пока еще не знаю, как он называется. Или это Майнам, или это Бобхут. Я еще пока не поняла. Здесь вот такое местечко, беседка. Чуть-чуть на возвышенности. Пойдем. Прикольно. Пляж вроде неплохой. Длиннющий. Ну что, бери рюкзак, пойдем. Если идти по этой улице, можно увидеть ресторанчики, жилье за 400, за 800 бат. В итоге мы находимся на пляже Майна. Нашли вот такое развлечение. Лови, 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 лови! Кораблик, смотри, кораблик. Не знаю. Не знаю. А ничего, что у тебя кораблик уплывает в море? Эрик, прощайся с корабликом. Он уплыл. Эрику очень нравится этот пляж. Здесь такие хорошие волны, не сильные. Вот прям достаточно для Эрика. Он кайфует. Волны в спину бьют. Сейчас он ждет просто большую волну.
Мы что, солнышко в 17:10 ушло с пляжа. Мы и нам. Но все равно он нам очень понравился. Здесь хорошо. Он и длинный, и но люди. Это мы и нам, мне люди сказали. Да? Люди сказали мы и нам. Не знаю. В общем, будем читать. Я буду читать книжку. А я посмотрю, у меня есть записи. Не смотри, чукча. Эрику тоже здесь очень нравится. И людей много, ну не очень много, короче, в меру прям. Можно и у Деницы здесь, а можно и с детьми другими поиграть. Да не, можно, можно. Видишь, вот там совсем пусто. С той стороны. Терпимо. Короче, ладно, за уединением все-таки Наталья нам. Но здесь неплохо. Еще и ветер. Ветер здесь так хорошо гуляет. И когда жаришься на солнце, с ума не сходишь. Пойдем купаться, говорит Эрик. А я уже не хочу к мокрой ехать, потому что мы находимся на другом конце острова. Олег, может, ты все-таки с ним пойдешь, покупаешься? Я не хочу мокрой ехать. Сама жрала вместе. Все, папа идет. Круто здесь, мне нравится. В общем, мы поняли, что мы хотим еще покататься по острову в ближайшее время, посмотреть еще, какие есть пляжи, какие есть районы, и понять их различия. Может, что-то понравится больше, потому что, в принципе, нас на Талиндаме ничего не держит. В принципе. А вообще, если честно, меня вчера так сильно вырубило, наверное, часов в 9 вечера. Я пыталась видео выложить, я его выкладываю, представляете, меня прям вырубает. Я выкладываю, вырубает, а сам iPad, он выкладывает видос долго, и нужно было нажимать хотя бы на экран для того, чтобы он не тух. В общем, я, наверное, полчаса выкладывала видео, потому что рубило прям настолько сильно. Но не, я справилась нормально. Курочка вчера была просто офигительная в кляре. Что-то мне она прям нравится. И у нас осталась одна ножка. Я прям с утра на завтрак ее сточила. И вот сейчас думаем, что будем кушать. И я понимаю, что я не против еще раз такой же курочки в кляре. Это очень вкусно. Можно еще будет попробовать сделать рыбку в кляре. Я уверена, будет ничуть не хуже. А еще мы сегодня здесь очень даже неплохо загорели. Главное, чтобы нос не сгорел, как обычно. Он может. А, Эрик еще купаться хочет. Его вообще из воды уже стало не вытащить. Хотя первое время его было в воду не затащить. Я тут. Я тут. Ну? Открывай, окошко. Шторку открывай. Эрик. Вот он, моя радость. Ку-ку. Я хочу кололатку. Кололатку? Да. А кушать хочешь? Я хочу мороженое. Мороженое кушать? Да. Ну, сейчас что-нибудь придумаем. Ай! Ладно. Блин, тут такой мотылёк огромный был. А, обидно, не сняла. Я тут. Я прыгнуть паук. Да не бойся, все, я прогнала. Это был не паук, а мотылёк. Сейчас будет тебе тарелка. Где тарелка? Очень вкусная. Готов? Да.
попалась. О, много? Угу. Ты... Я хочу масло. Ой, я хочу печенье. Открой меня. Хорошо. Ну как? Запах отменный, надо понять. Я уже кусать понятно хочу. Масляное, да? Да, ну уже вкусно.